Всем привет! Числа всегда были окутаны тайнами. Нумерологи считают, что в определенное время происходит пик повышения энергии. Особенно это касается зеркальных дат. Но что такое зеркальные даты? Это не просто набор случайных чисел, а знак, который говорит о том, что пришло время загадывать желания и планировать большие перемены. Нумерологи также считают, что все важные дела лучше начинать именно в эти даты. В каждом месяце есть особый магический день, когда Вселенная звучит в унисон с вашими желаниями. Подобная дата есть и в сентябре. Это 9 сентября. Девятку считают самым сильным числом сентября, а значит, ее энергетику можно использовать для исполнения своих желаний. Специалисты считают, что сентябрь обладает мощнейшим потенциалом, который способен реформировать жизнь человека. 9 сентября – это день завершения и подведения итогов. К этому дню полезно будет завершить хотя бы один большой ваш проект, чтобы Вселенная дала толчок вашим всем остальным делам. Зеркальная дата 9 сентября учит нас завершать начатые дела и не останавливаться на достигнутом. Сегодня очень важно сделать правильный выбор, ведь вариантность событий в этот день будет очень высока. Главной особенностью зеркальной даты 09.09 – является то, что в этот день закон притяжения будет работать как никогда сильно. Каждый сможет достичь крепкой энергетической связи со Вселенной, чтобы изменить свою жизнь только к лучшему. Этот день несет позитивные перемены и в личной, и в деловой жизни. Вместе с тем очень важно подмечать подсказки свыше, чтобы не оступиться на пути. Именно внимательность, целеустремленность и вера в лучшее заставят выйти на светлую сторону жизни. Самое главное – не тратить время и усилия впустую, не тратить также усилия на пустые дела и не на настоящие желания. Расставьте приоритеты, чтобы понять, чего вы действительно хотите от жизни. Что стоит делать в этот день? Астрологи рекомендуют подтянуть все свои дела и завершить проекты, которые нужно было сдать еще несколько дней назад. Если говорить о финансовой и деловой сфере, то здесь будут определенные трудности. Однако, если вы сможете проявить упорство и трудолюбие, зеркальная дата подарит вам невероятный успех. Что не стоит делать в этот день? Для того, чтобы избежать неудач, нужно понимать, что нельзя делать в эту прекрасную дату. Первое, о чем следует помнить, это игнорировать лень и откладывать все дела на завтрашний день. Также нельзя ссориться, проявлять агрессию и устраивать конфликты, и не совершать в этот день спонтанных и необдуманных покупок.